морозе. Нержавеющая елка Кирилла Немоляева. Никогда ничего не знаешь ожидать от наших креативщиков. Нержавеющая елка. Очень хорошо. Вступление у меня такое созрело. Значит, была такая программа «Радио Няня». Меня в детстве занимало достаточно весомое место, не то что в коллекции, но слушали часто. Такая песня там была, там «Мальчик стричься не желает», а рефреном в произведении была некая фраза «А волосы растут, а волосы растут». И, соответственно, ваш покорный слуга Кирилл Немоляев, наблюдая, правда, в повторе, потому как в прямом эфире невозможно это сделать, потому что программа идет сейчас, называется «Неделя спорта», наблюдая Алексея Попова, находящегося вот непосредственно близко, я понимал, что, значит, так, стоп, не мальчик, муж, волосы растут, соответственно, надо брать и щупать за, извините, металлическое вымя, значит, Алексей, соответственно, как-то не чужд. И благодаря усилиям, у нас 75 человек работает, редактора, разные повара на программе, мы дозвонились и пригласили, и он здесь. И он здесь, и сейчас мы будем разбираться, что происходит. Алексей, мы чертовски рады. Взаимно. Очень аккуратно, таким вкрадчивым голосом. Я думал, как изобразить Саня. Саня. А ведь началось все действительно с этих санок. Ты помнишь ДК милиции где-то там на серой ветке? Это «Вояж», клуб «Вояж». Я силился вспомнить 93 или 94 год, соответственно. Нет, второй, я думаю. 92-й? Сколько мы не виделись. Мне кажется, все-таки может... И вот 18 лет, но уже тогда присутствовал Алексей на концерте нашего коллектива. Тогда даже это не Бонни Нем, тогда это не Малеев и Гуклингов был. И с Катькой Гуклингов. Катькой Гуклингов. И вот с тех пор мы оба ни разу. Или где-то мы пересекались. Нет, я тебя только у губернии увидел, Григорий. Значит, мы не виделись вот столько времени. Когда у человека, у которого волосы не... Нет. Понимаешь, человек, который в какой-то момент сказал «стоп», либо они растут, либо, знаете... Он сказал, я буду дружить с Басковым. С нет, Моисеевым. Значит, это «Металлика». Они первые постриглись и показали, что не обязательно. Нет, я тоже постригся и даже 15 лет был в этой фазе. Полтора года назад мне надоело. А скажи, ты просто надоело, да. А руководство все-таки? Я лавирую. Ага. Я лавирую. Лавировал. Пока вот удается. Удается. Они регулярно меня пытаются поймать и постричь, но... Слушай, скажи, пожалуйста, пресловутый наш Губерниев Дима, он как-то себя все время, так сказать, выпячивает, как поклонник металлического рока, у него это, так сказать, уже... А мы можем сейчас смело про него говорить, потому что у него как раз прямой эфир. Нас точно не слышит. Так вот, а твоя, как бы, любовь к тяжелой музыке, я так понимаю, что она вот не возникла ни год назад, когда ты стал отращивать волосы, она, видимо, заскорузлая, но, может быть, имела какие-то такие не лучшие периоды? Она, нет, на самом деле, никогда не проходила, но ты понимаешь, как тебе объяснить? А, весь ужас ситуации в том, что я как слушал одно и то же. Так, то есть... Это как с игрой, но только там, в компьютерные игры, я вообще очень мало играю, но вот у меня есть любимый там Age of Mythology, знаешь, это игра там, по-моему, 98-го. Я не играю вообще. Ну, слушай, нет, 98-го или 99-го года, и вот у меня как остановилось, те редкие разы, когда я сейчас играю, это все та же игра, а с музыкой еще раньше у меня остановилось мое развитие музыкальное, поэтому я слушаю все то же самое, это 80-е в основном. Ну, с чем ты это связываешь? С тем, что нет времени, или все-таки период полового созревания, он всегда, что называется, наиболее яркий, и уже нельзя переплюнуть это дело. Либо, может быть, просто с тем, что ты как бы разочарован у целом в тем, что происходит. Как-то. В принципе, да. Ты знаешь, вот как тебе сказать. Я был последний раз... Сын у меня старший, ему уже 16 почти. То есть, отлично. То есть как почти, нет. Сейчас ему уже 16. А вот летом, когда у него было, ему было почти, значит, соответственно, 16. И он слушает тоже. Ну, естественно, он вырос как бы под папиным влиянием, поэтому... Вот. Но он слушает вот современную музыку, всякие вот эти норвежские коллективы. Вот, хорошо, понимаешь? Хорошо. И, но я тоже за. У нас приветствуется вот это. Да, я понимаю, я тоже за, но когда 9 треков подряд, ты понимаешь, идет только вот это, то я... Мы никогда не понимали молодежь, потому что это то же самое. Понимаешь, когда мы слушали Iron Maiden, мне тоже говорили старшие товарищи, говорят, но они же одну и ту же песню играют, как можно это слушать? По сравнению с Led Zeppelin, наверное. А сегодня у нас будет...
Мы, во-первых, застреваем в 84-м году, потому что в прошлой программе господин Марголис нам также притащил произведение «Twisted Sister» 84-го года, а сегодня у нас группа «Мановар». Ну, «Twisted Sister» я видел только, знаешь, что, клянусь, я даже переслушаю у тебя запись, потом возьму, потому что мне всегда было интересно, что это такое, потому что я видел, знаешь, лестницы, ты помнишь, да, где мы курили, так я, к счастью, бросил, но могу честно сказать, что я курил, да. Ты видел какие-то... Да, и все лестницы в подъездах всегда, это сейчас они ничем не исписаны или какой-нибудь хренью. А раньше они были... традиционные слова. Iron... Ну, да. это неприходящее, понятно. А раньше был Iron Maiden. Причем я, например, знал, как это пишется, именно шрифт, да? Еще до того, как это на диске первый раз увидел. Ты же понимаешь, что вот эта вот буковка R. Я сейчас даже могу Iron Maiden написать. Ну, да. Логотип тогда имел колоссальное значение. Мановар. Почему все-таки Мановар? Скажи, пожалуйста. Ты знаешь, я даже в блоге у себя написал, я анонсировал нашу программу, чтобы 0,3% у губерниева отожрать все-таки. И я написал честно, я вот когда узнал, что требуется, да, у меня возникла страшная дилемма. Так, ну, между чем? Да, я разложил, кстати, все эти диски у меня есть на самом деле, это не то, что там это пошел, скачал, это не для нас. Нет, это не наш метод. Мы кликать умеем, да, нет, у нас это все есть. Все куплено было. Ну, потом уже, конечно, тогда ты сам понимаешь, это было на старом Арбате магнитофонные кассеты. Помнишь, там записывается? Стена, на стене, а потом мы все это перебили. Я, например, английского не знал еще, поэтому у меня, когда я сейчас встречаю, как я писал многие названия песен, там и за L принял, ну, неважно. Вот. И я потом, когда уже появилась возможность, я все эти компакты купил, реально. И... Вот я сейчас помолчу. Вот это вот, кстати, любимая песня. Да? Сейчас, то есть начинается с любимой. Давай, я послушаю. Давай. Вот итак... здесь у меня запись начиналась с 5 секунды. Посередине крика, который сейчас будет. Я только когда купил диск, узнал, что начинается-то вот так. Алексей Попов в нержавеющей коллекции и альбом группы Мановар «Hail to England». Слушаем любимое произведение с альбома. Ну вот как-то прям первым треком. Мне даже треком. Грустно, ты знаешь, вот сейчас, что сразу она первая. Да, что она первая, уже как бы кульминация прошла. Это любимая вообще моя песня. Вообще, подожди. Да. Из всех существующих. Из всех существующих, прикинь. Я тебе больше скажу, ты первые слова как-то. Ну-ка. Three Sons Cavai. Я добился этого, у меня три сына теперь. Да ладно? Да. Значит, бешеные папки полюбасы надо человека. Ну, слушай, следующая цель. Первый альбом, который я купил, ну, мне купили, подарили.
Ты знаешь, это Maiden, который назывался Seven Son of a Seven Son. Отличная пластинка, мы ее с Черданцем хотели обсудить. Поэтому, поэтому следующая цель — это еще четверых. Ох, троих настрогать — это к твоему-то. А мы с тобой же где-то в одном должны быть возрастном диапазоне. Ну, 74-го. А, нет, я-то... Я вот 74-го троих настругал, красава, а? Я-то, извините, 69-го... Причем скоро я уже рискую дедушкой стать в любой момент. Я, да. Отлично. Ты вот понимаешь, и волосы это... растут, что заметьте. А? Причем они не как обычно растут у людей. Они обычно где-то растут, где-то нет. Поэтому начинаешь что-то, как я, вот выбривать себе, подбривать, что-то приклеивать, отклеивать. У человека хорошо, хорошо растут свежо, выглядит свежо. Я стучу прямо. Как выражается, кстати, Губерниев по комментаторскому лбу. Ну вот созрел у меня вопросец, который мы можем адресовать. Значит, у нас реквизиты, знаете, все 495-225-3377. Вопрос следующий. Вот, мне кажется, вот Алексей тоже участвует в конкурсе. Что такое для Мановар 84-й год? И, на мой взгляд, это год для этого коллектива, в общем, уникальный. Я должен ответить? Нет, ты просто пока, хоть, если ты сразу правильно ответишь, тогда что они будут звонить? И будут... У меня есть предположение. Просто, да, ну вот отлично. Вот. И, соответственно, ни у одной 80-е годы я не припомню коллектива, который бы... Вот так вот в одном году, вот так вот. Ну, я вопрос легкий, ну так, просто проверим, что у нас, кто у нас, что называется. Потому что бывают иногда вопросы, знаешь, у нас есть конкурс в одной программе «Переводные картинки». Люди отвечают на вопросы. Надо по почте перевести. Ну, нет, ну, знаешь, вообще мы по почте аналоговые письма больше всего любим. Но сейчас с этим трудненько. Алексей Попов, следующий трек у нас в альбоме, который Леша нам принес для нержавеющей коллекции. «Да здравствует Англия», пластиночка называется, а трек... «Each down I die», так сказать. «И каждый раз на рассвете я умираю». Первый трек «Кровь моих врагов». Вот этот, да, вот этот. Про этот мы мало поговорили, про первый, мне кажется. Ну давай, давай, есть информация. Я по нему вообще английский язык изучал в свое время. Потому что человек, который французский в школе учил, понимаешь? Слушай, ну да. После французского английский очень туго. Я потому что учил в школе французский и английский. Мне нужно, у меня же в падыке все, понимаешь, как тебе сказать. Там, когда я еще пришел, ладно, еще там было много итальянцев и французов. То есть я хотя бы с ними. Там итальянский я выучил, потому что в Монако жил, там они у меня на работе. Много итальянцев было, это легко. А вот английский все-таки он другой. Совсем другой. Но... После французского английский вообще тяжело. Вот. И мне и надо по было, да, по этой песне. Там ты что, все пассажи, там все про Валькири, про Асгард, это все. Кстати, я должен сказать, что вообще эта группа, она закладывает, я бы сказал, такие основы патриотизма здорового. То есть, вопреки тому, что тогда предполагал наш военрук, который заставлял нас встречаться, вот те-то, кто слушал что-то другое, они, наверное, родину не очень любят. А вот God of War последний, God который... War, посмотрю, да, ребята, если кто, рекомендую на YouTube поискать, там люди, знаешь, самопальные клипы делают. На Арию, кстати, конечно, очень много красиво сделано со «Звездными войнами» и так далее. А вот на God of War со спартанцами из фильма «300». Вот я рекомендую всем посмотреть раз 10, и потом... Ну вот, Мановар, давай смотри, вот... Когда ты, во-первых, эта пластинка у тебя появилась, потому что очень важно, ведь в 70-е годы в основном альбомы появлялись сильно позже. Редко кто вот прям в год, или там уж я не говорю, там сезон в сезон, там, а в основном... Слушай, да, о чем мы вообще? Я, допустим, я, естественно, все, мы с опозданием, я слушал с опозданием в 10 лет, но это понятно, что... Не, у меня все-таки начал меньше, в 80-м. Да. Вот 84-й год, да, мне 10 в этом лет году было. Тебе... Не, мне 10 лет было, я тогда вообще о таком и не знал. Слыхать не слышал. Я на самом деле, сейчас тебе скажу точно, где-то год 87-й, наверное, то есть мне было 13, я вообще вот услышал действительно что-то тяжелое по-настоящему. И это был Мановар, или это нет, была... Нет, это был Iron Maiden как раз, Seven Son of a Seven Son, я помню. Это восьмой, да. Восьмой год. Ну, значит восьмой год, да. Значит, восьмой год, и сразу после этого все, меня прорвало. Вот я начал ездить кассеты там, записывать себе... И очень... значит, тоже кассетное дитя, где писал, на студиях каких-то, да? На студии. Во-первых, друзья, если были, да, переписывали, а так вот на Старом Арбате, я помню, да, там был такой полуподвальчик, ты входил, приносил свою кассету, причем мы все очень боялись, что у нас пленку подменят это. И да, ты помнишь? Хром! Да-да, хром был, да. И капали такой... как это называется-то, господи, замазкой белой, там, где 5 болтиков такие, чтобы не свистали. Ну, полная глупость, но... Сейчас объяснить вот 16-летнему сыну мне нереально. iPad, iPod, iPod, там, я не знаю. Ну, а удалось вот действительно тебе тогда как-то распространить свою любовь, в частности, на Мановар, детям? Или это... О, да.
Да. О, да. О, да. О, да. Старшему, младшему? Старшему, среднему. Младшему пока нет, ему 3,5, поэтому... Так, значит, соответственно, старший тоже у нас где-то металлист немножечко. У меня жизнь сумасшедшая абсолютно. Сумасшедшая, да? Сам не играет, ничего там не колопает? О, какой пассаж. Давайте послушаем. Each down I die. Я вот сейчас слушал, не слушал 20 лет. Вообще столько, сколько мы с тобой не виделись, даже пуще того. Так мелодично прям как-то. Очень, да. Я вот сейчас сам, да. Мелодично же. Нет такого вот... А Мановар ведь сложилось впечатление, что это такая, ну, тупая, не, прямолинейная команда, которая вот делает что-то такое очень вот... Вот понимаешь, вот... Вот сейчас слушаешь, смотри, какая пьеса. Очень умная команда. Какая пьеса-то, мать честная. Прямо вот... А там есть один альбом у них, слушай, я не помню точно, потому что это уже как раз те годы, где у меня все смешалось. Я очень хорошо помню, знаешь, вот реально по годам все, начиная вот где-то до середины 90-х. Дальше полная каша. Последние 15 лет я не могу разделить. Потому что наступил тотальный фьюжн. Все стили смешались, и очень сложно стало уже разгребать всю эту вот... А альбом у них есть, вот слушай, какого-то то ли 2002 года. Там... просто Димаю он взял, написал эпос, там что-то такое произведение. Первая песня, она от минут 30 или 28. Это баллада о Гекторе и Ахиллесе в 8 частях. И вот и там латинскими цифрами, потому что то есть они вот это вообще любят. Последний альбом, ну, предпоследний. Сейчас они пересдали 82-й свой первый. Переписали, по-моему. Да, там он потяжелее стал. И все. Причем они вернули первого барабанщика. Адам споет, вот там все-таки надо, извините, как-то поёт, что-то брать, как ни странно, да, и берет. Потому что он так, в общем, какой-то был период, он сипел прям, бедняга, как-то подсипывал прям. Как вот... некто в клубе милиции тогда. Я помню, причем, знаешь, я-то помню тот день очень хорошо. Я помню советчиков всех. Кто-то говорил, надо водку. Так это же был тот самый концерт. Слушайте, я признаюсь честно, вот сидит передо мной Алексей Попов, голос Формулы-1, а я, в общем-то, тоже какой-то голос, но в тот момент я никакую формулу не мог себе подобрать, потому что у меня не было голоса никакого, вообще, а это был четвертый-пятый концерт в жизни, и мне надо было отработать часочек, извините, on stage in front of... Саня! Да, Саня! What's so true? Да, было трудненько, вот свидетель, а я уже думал, что же это, кто же тогда... Вот есть человек, кто это помнит. Слава богу, запись не сохранилось, потому что, слава тебе, Господи, впоследствии у меня один был срыв в 99-м году тоже. Мы выступали в клетке, я никогда не забуду, мы выступали в одном месте, в клетке, без мониторов. Я сорвал голос к чертовой матери. Вот. Но суть сегодня не в том, что кто, когда у нас голос сорвал. Кстати, у тебя были периоды? Вот мне Черданцев говорил, что он один наш... Мне даже смс писал куда-то в Финляндии, говорит, что это, типа, смс на так, что посоветуешь завтра комментировать? Я ему говорю, горячее пиво, он, спасибо, там все. Нет, сорвал нет, но, ну, в принципе, я был момент, когда заболел и много на этом комментировал, и он начал, знаешь, вот просто садиться, и вообще с трудом говорил, да. И с этих пор я очень аккуратно стараюсь. Я стараюсь дозировать, но иногда все-таки не могу, потому что, вот смотри, вот в этом году было, например, у меня подряд полуфиналы Кубка мира по регби. А это вторая моя любовь после Формулы-1, да. Я, кстати, не знал. И подряд, смотри, идет в субботу квалификация, после нее через час первый полуфинал. То есть ты уже хороший, да? А в воскресенье подряд идет сначала гонка и встык с ней, вот просто перебежать в другую аппаратную, второй полуфинал. И вот
И я не могу, понимаешь, я не могу себя как жалеть. В футболе, там надо жарать, да? Так, да, я тебе скажу, футбол — это вообще ничто по сравнению с регби. Это вообще моя позиция, это за меня, за нее ругают, но я говорю, что думаю, понимаешь? Угу. Есть спорт там, где попали по ноге, а человек за голову схватился, да, и лежит 5 минут. Это ты прав. Ну ладно, однозначно. Так, ну что, будем слушать последний трек перед новостями, ну и сконцентрируемся на вопросе. Чем же так показателен, уникален, эксклюзивен 84-й год в творчестве группы «Мановар», господа? Давайте активизируйтесь. 495-225-3377. Какие-то есть другие реквизиты, всякие порталы, смс, фигес, я это все не люблю и не знаю. Потому что мы люди аналоговые, привыкшие, чтоб, понимаешь, на винил. Хотя, знаешь, в крайнем случае на CD. В крайнем случае на CD. Поехали, слушаем последнюю пьесу. Kill the Power. Ансамбль «Мановар». Kill the Power. Die. Нержавеющая елка Кирилла Немоляева. Точно так, господа, ваш покорный слуга в непосредственной близости от микрофона. Включаем неделю спорта. Опа! А где Попов? А Попов-то вот он! А Попов-то с нами! А Попов-то сегодня рассказывает не про регби и Формулу-1, и вообще не подводит какие-то итоги там спортсменов, какие там, и в этот гонг бьет. Все рассказывает о группе «Мановар». Следите, Кирилл, следите. Повторчики имеют место быть, а потом, ну куда же деваться-то? Я же, ты же знаешь, я же известный аутсайдер. А в гонг-то я как Коламбус. Да-да-да, лупач. У нас есть звонок, я надеюсь, что единственный, поскольку вопрос был легчайший,
версий. В чем, собственно говоря, 84-й год был знаменателен для группы «Мановар»? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, мужчина, представьтесь немедленно. Меня зовут Руслан. Отлично, начало положено, так отвечаем. Значит, ответ на вопрос следующий. В 1984 году группа «Мановар» выпустила два альбома. Прелестная юмореска, очень хорошо. Действительно, мужчина, мы категорически вас поздравляем. Какие-то будут шанюшки обязательно, не знаю точно какие, но какие-то металлические наверняка. Леш, вот согласись, да? Два альбома выпустить в один год. Ну, потом до седьмого они не выпускают. Да. Ну, там в один год, там 10 месяцев, но, на самом деле, между ними было. Нет, ну подожди, такой последний раз было с Юрай Хип, там, в 70-е годы, хотя я могу сейчас ошибаться, там какие-то еще, наверняка, есть примерно, даже Юрай Хип еще потом. 70, ну неважно, короче говоря. Людей распирало просто. Так. Ну да, да, да. Это... А причем какие альбомы? А второй-то тоже том, шикарный, это мой там любимый, песня Тор. Если говорить про альбом Тор, Гаяна, Гаяна такая. Какая вообще энергетика была у команды, если они выпускают две пластинки, в общем-то хитовые, и которые сразу как бы ставят группу, вот такие возникли культуристы, вот ведь Битюков до этого в металле не было, и вообще мы недавно обсудили, что эстетика металлическая, это же очень смешно, вот эти заклепки, и уже принес Роб Халфорд, который был гомосексуалистом, и который это сделал, потому что хотел как-то выглядеть, и пошел, извиняюсь, в какой-то эротик-шоп. Это ужасно, что ты сейчас рассказываешь, я перестану металл слушать после. Нет, ты понимаешь, это же, ну как, все же, все самое серьезное, оно всегда да. с каким-то подвохом. Но согласись, что все-таки «Мановар» меньше всего к этому относится. Ну, они же борцы против да. фальшивого да, металла. Да. False, the false metal. То есть, с одной стороны, у меня подруга Арина Сухова, она такая тоже металлистка, дама совершенно различных вкусов, но вот пошла на «Мановар», я, говорит, хочу вот это вот какую-то нелепость эту испытать. Но скажи мне, вот ощущение-то, вот в «Рамштайне», ведь там же его этот коллектив воспринимает как стёбовый во всем мире. Ты не считаешь, что в «Мановаре» есть элемент такой... Вот они... тем, что они я еще абсолютно говорю, эксклюзивный вот, имидж. Вот послушать даже вот последний альбом. Сейчас у нас Hell to England, да-да-да. Но они, по большому счету, особенно, что называется, не как-то держали фарватер прямой. И, в общем, да. не метались. Вот ничего. Это вот 84-й альбом как раз здесь. Во-первых, впервые их армия вот это Immortals. Ну да-да-да-да. Бессмертные. Впервые появляется да. в одном из названий. Во-вторых, впервые на обложке альбома рисунок. Пусть он очень примитивный, если его посмотреть, да, по сравнению с тем, что они потом уже... Девочки. Да, вот это так подбирай. Вот, ну, нордическое, скажем нордическое так, направление, история, да? Да. Вот, да. И в Англии их очень ждали, и они не смогли приехать. А причина? Не ну, не знаю, понятия. Да. Может быть, там авиабилеты дорогие да, были. Тогда да. даже команда была не самая раскрученная. И вот, как бы, чтобы извиняясь, они написали эту песню, альбом так следующий назвали. Или назад... Помолодел на 25. Идеальная мальчишеская музыка. Дмитрий, Москва. Ну, я, на самом деле, присоединяюсь, потому что мы неделю назад слушали Twisted Sister. Тоже простая, доступная, та совсем даже детская, я бы сказал, группа. Stay Hungry, альбом вот такой прям вот для детишек, хоть прям вот с детского сада прям. На самом деле, хард-рок как таковой имел некое ренессанс в виде воссоединения Deep Purple. Значит, уже всяческие Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath, все имело бледный вид.
А металл, он был в самом что ни на есть. Хеви-метал, вот тогда, это же Power Slave Iron Maiden альбом. Это на стыке годов вышедший Defenders, Judas Priest. Вообще убийственная пластинка просто наповал, которая сражала. Мы говорили про Perfect Strangers, но Manowar выпускает два альбома. Вот я говорю, что это говорит о некоем совершенно сумасшедшем потенциале людей, то есть которых реально колбасило. И здесь вот об этой эпохе, причем у нас ведь даже ничего, у нас чуть-чуть черный кофе, арии еще нету, mm-hmm. и в общем у нас с тяжелой музыкой такая обстановка довольно вялая. Mm-hmm. До нас это еще не дошло, не докатилось. И, конечно, здесь надо говорить о том, что это расцвет, золотое время, вот середина 80-х, 84-х. Ведь в 85-м году было меньше альбомов интересных. Mm-hmm. Мы даже подводили. Зато в 6-м, я тебе скажу так. В 6-м были хорошие. Я вот и выбирал. Хотя 84-й я забыл, конечно, Ride the Lightning еще. Ride the Lightning, вот да, как да, раз да. К вопросу. А следующий за ним, Master of Puppets, я едва не выбрал. Вот я, вот, то вот у меня... Тебя был... Да. Ну, да. У нас его еще никто не выбрал, поэтому если у тебя Губерниев опять придет... Как-то в понедельник. Да, он сейчас как уедет на биатлон а, опять. Да, тебе опять отдуло. Я даже тебя не могу... А в записи вас можно где-то послушать? Да, наверное, где-то нас можно послушать записи, но мы теперь с тобой, понимаешь, 18 лет не виделись, не слышались. Тогда про Master of Puppets ни слова пока. Застолбим за тобой эту пластинку, если кто-то придется, я скажу, нет, у нас уже это... Вот. Но возвращаясь к середине 80-х, я считаю, что вот мне-то вообще кайф был какой. Мне было 15 лет, мать честная. Я тогда в Ментуру загремел. Но причем, стыдно сказать, загремел из-за Гребенщикова. Пошел на аквариум домашний концерт, и а-ля улю нас по 7 отделениям милиции развезли. Вот. И пришла телега в училище. Хотя это, может быть, и 85-й как раз год был. Но вот в тяжелой музыке это... New Wave of British Heavy Metal — это зарождение уже трэша, мы говорим о металлике, да, и вот этого стиля, который назывался speed metal, но который быстро перешел в название power, это Хэллоуин. Mm-hmm. То есть, в общем, это вот это как бы такая волна, которая уже плюс стали показывать на MTV, что колоссальное значение имело, да, то есть это же у нас... Тот же Twisted Sister показывали по MTV, и многие команды, они стали визуальными. Ведь тяжелая музыка в 70-е, она не имела картинки почти. Ну, ты сейчас видел, что там показывают? Ты знаешь, есть MTV Rocks какой-то канал, и там что-то относительно бывает. Недавно... Ну, просто вот обычное, вот, которое... А это даже что говорить. Мне повезло, я работал просто... у Бори Зосимова на MTV. Какой-то период у нас был, это было замечательно. Но вот... А скажи, вот эти годы, допустим, когда мы с тобой в 94-м, вот все это время тяжелая музыка в твоей жизни, она занимала... Поскольку место, вот ты как бы, вот, ну бывает люди как слушают, бывает вот знаешь, человек любит одну группу, и вот он вот бесконечно, вот это. Так вот, да? Вот значит, я уехал в Монако, я значит, дорвался до магазина, угу. Сэкономил определенную сумму, купил все альбомы, настоящие компакты Manowar, угу. Все альбомы Металлики, угу. И на этом остановился. И все. А не приедалось ли ощущение? Ну, ты уже обслушал, переслушал. Ну, я не каждый день. Ну да. Но когда уж слушал, это... то вот... Хорошо, скажи, а вот ваша с Губерниевым вот эта история, когда, соответственно, ты его постоянно подтюхиваешь, вот это вот вся... Я его? Я бы попросил. Не, ну я всегда слышу, там какие-то пластинки вот я ему передам, там что-то, еще что-то я наблюдаю, я вижу, что между вами идет подколка. Но ты в эфире никогда о своей горячей любви, как Черданцев тоже редко озвучивает свою страсть к Вейтномо и Металлика, ты тоже, в общем, так не к месту это, да? Я считаю, что то, что глубоко искренне, зачем? Зачем это, что называется, популяризировать как-то, да? Ну, не надо смешивать мухи и котлеты, правильно? Вот мы здесь мы о металле говорим, да, а там я формулирую. Ну, давайте котлеты, котлеты, давайте котлеты. Пьеса Army of the Immortals. Вот, как раз. Первое появление нашей армии. We've got
Заглядываем на наш форум Ахметова. Эля, для меня весь, практически весь металл. Первое, понимаешь, инкогнито. За включением Iron Maiden металлик не знает ничего. Вот Ахметова Эля с классикой металлической, уже металличнее некуда музыки. К нам тут Алексей Попов заглянул. Спортивные комментаторы не случайно так любят металл. Вот откуда берется драйв. Вот реально, я клянусь, программа наша молодая. Молодая программа. И приходит в основном, ну, так сложилось, что многие у меня друзья из мира спорта. Но вот практика. Розанов зашел, что-то ай-ай-ай, и про Юрая Хип тык. И все почему-то спортивные комментаторы в теме. Объясни мне, пожалуйста, есть логика в этом? Или это просто вот действительно какой-то драйв? Или не... Вот я по-честно сказать, не знаю ответ на этот вопрос. Для меня это странно, потому что, ну, так сложилось. Мы с тобой знаем с детства, с Губерниевым, с Черданцем тоже с детства. Тогда они и комментаторами не были во многом. Но так сложилось исторически. Вот и Гусев приходил. Я знаю, что Вася Уткин тоже как-то, в общем... То есть, логически не объяснить. Ну, не знаю, завис тоже, да, я не знаю. Да. Я не вижу связи, на самом деле. Не, ну, драйв, да, ты говоришь, ну... Но... Нет, ты знаешь, что интересно, что спортсмены, вот как... То есть, спортсмены часто слушают рок-музыку. Ну, вот я сталкивался, что бывает. Вот комментаторы, люди, связанные со спортом. А музыканты, вот у меня на моей памяти, из моей сферы люди знакомые, очень редко... любит спорт. Вот почему я интересуюсь спортом, как я с газеткой обычно, я же аналоговый люблю, что газетка, что там вот. И так, что ты опять... То есть вот очень, на самом деле, действительно странная история. И так получается, что в нашей программе действительно спортивные, знаешь, комментаторы... Я бы провел вот другую чуть-чуть вот аналогию сейчас. Давай проведем ее. Я не могу за всю музыку говорить. В за всю Одессу. Да, да, да. Но конкретно вот тяжелым, вот конкретно, почему Мановар? Угу. Мановар, на мой взгляд, пропагандирует вот те же идеи, что спорт. Но опять-таки, не многомяч ни в коем случае, угу, с миллионными контрактами. А вот регби. А ты вот футбол не любишь, да? Вот, да, это, я, кстати, честно, в последнее время тоже. Я вот хоккей — это мужской вид спорта, да, это стык, это плечо, это кровь даже. Угу. Это кровь встал и дальше в стык. Это. И регби. Регби, который я комментирую, регби это просто Спарта, это просто безумие, 300, да, понимаешь, это фаланга. Спарт. Это втроем сцепились и в такую же, знаешь, вот... Олег Меломан спрашивает. Алексей, что-то. Вы слушали и вообще нравятся песни об автогонках Формулы-1? Доводилось ли слушать песню Формула-1 из дебютного одноименного альбома немецкой heavy power metal группы Primal Fear? Никак нет. Я думаю, что это может Губерния. Знаете, хотя Primal Fear, это, между прочим, это команда, которая... вряд ли ее прямо можно сопоставить с Мановар. Но это такая, действительно, она такая мощная... Слушай, ну ты в курсе. Это, да, но я эту песню не знаю. Я просто знаю про эту команду и что там, так сказать, что они исполняют. Ну, в общем, Олегу мы, наверное, ответим, что... Да, к сожалению, пока нет. Пока нет, так, да. но такие шансы имеют место быть. Вот у нас, видишь, Сергей Матвеев, он наш постоянный радиослушатель. И он, соответственно, вот мы о нем сейчас поговорим буквально через несколько секунд. Так вот, что он нас спросил. Эй, ухнем на морозе! Нержавеющая елка Кирилла Немоляева. Сейчас вспомнил сразу. Эх, бараночки, конфетки, бары, растобары. Ведь, кстати, для детей вот это баши Вити против диких гитар, это такая тоже тяжелая достаточно сказка. Там вот, я недавно пересмотрел, там прямо они, правда, как битлы, прям так слева под левую, боярские. Это, в общем, такой рок, прямо рок. Где-то даже тяжелый, Гладков там постарался, и люди там так навалили неплохо. Сегодня у нас, правда, потяжелее команда, сегодня у нас Мановар. Леша... Сегодня такие сказочки под рэп делают, я так понимаю. Да. Конечно. Давай покряхтим еще. Ладно, было время. Ну, было ведь время-то. Ты понимаешь, ну, время-то оно всегда было, и оно есть. Другое дело, что вот это ускорение, помнишь, было такое даже не перестройка, а ускорение. Да. Вот мне кажется, что ускоряется оно случилось. Ускоряется моя страна, да? Помнишь, там, ускоряюсь я, что ты колхоз рассвет. Говорили перестройка, а оказалось ускорить. Так вот это ускорение, оно действительно довело до того, что вот этот поток, несмотря на то, что музыка ушла из телевидения, ее просто тяжелую музыку, ну, как бы там ее просто нет, но вот этот поток интернетный, он вот просто застилает все и вся, и не хватает времени просто что-либо осознать. А более того, если ты 18 лет как вот переслушал, вот ты же, да, мы заслушивали это, просто я помню, летом отдыхал в Эстонии, и у меня, значит, была
Я написал письмо другу, который в Паланге. Я ему пишу. Записал, там, может, судьба. Записал Whitesnake и Judas Priest. Да, 80... да, да, да. А, это же точно, 84-й год, как раз был. Это же альбом Slide It In, Whitesnake и Defenders. Отличная вещь. И я это 3 месяца слушал эту одну кассету. Да, понимаешь? Да. Сейчас миллионы команд выпускают миллионы. Хотя поток сократился за счет того, что просто стало невыгодно. Теперь все только на гастролях. Теперь уж пишутся иногда и по праздникам. Но вот этот поток, вот ты с ним как считаешь? Надо с ним справляться? Вот металлисту надо вот мониторить? Значит, или надо слушать? Надо слушать. Я тебе скажу, вот я еще раз. Вот это я у сына был, да? Он, я говорю, ну давай возьми что-нибудь в машину. Там. Он себе на флешку скачал, там, понимаешь, на флешку скачал. И вот он приносит. Вот, я, вот у Адамса сейчас вот шутка, вот Arrow of Death, да, такой голос вначале. А дальше пойдет нормально. А там вот, вот примерно так вот, вообще без мелодии, 20 песен подряд одинаково, просто рубивало. А что, и... что считает сын? Нормальный? Ну, всех вот. Вот это, а вот это он говорит, слушай, а вот это вот норвежское, там, вот это, а ну, вот это вот жесткое шведское. Блэкуха, да. Наверное. Или что это такое вообще, я не могу понять. Это, поэтому пусть разбираются те, кому интересно. А мы вот... Да. Ну, вот как-то так. Зависит. Да? Смотри, как нарезает товарищ. Слушай, а как Римского Корсакова они нарезали? Через, да, через да, сколько? Да, годика да, через три это было, это, да? Кстати, обращение к русской классике у всех рокеров. Или это в 88-м было? Или в 7-м? Ну, это их дела точно. Я думаю, что 7-й... Вообще, 7-й был бедный год. Кроме Навара и Хэллоуин никто ничего не выпускал. Мы тут как-то обсуждали, что у нас по годам все разделяется. Ну, давай послушаем соло. Смотри, это исполнительское мастерство на уровне, понимаешь? Само собой. Вот в чем все дело-то. Здесь нельзя упрекнуть, что люди как там, знаешь, как если мы возьмем группу Kiss, так, ну, откровенно говоря, там, да, прекрасный имидж, все замечательно, но по большому счету люди, слушай, там, первый гитарист, который у них заиграл, Кисты, Винни Винсент. Это ужасно. Да. Про Kiss ты хочешь, я тебе расскажу? Я всегда, вот, когда я говорю, писать для меня, я когда не знал еще, не слышал, но вот в мое время в школе вот AC/DC и Kiss, да, я знал, как они пишутся, да, как они пишутся. Вообще, да, это, да, да. У нас писали, что это в газетах, что это фашисты, это Kinder SS, оказывается, потому что там руны же были, Зиг Победы, да? На самом деле, и все это самый страшный металл. Где-то была фотка, как они раскрашены всеми. Вот это есть, а вот это, а вот это. И тут, 2 года назад, я тебе клянусь, мне было 35. Да. Я, а я несколько раз слышал. На-на-на-на-на-на-на-на. Знаешь, Алена Апина. На-на-на-на-на-на. Лада Дэнс, да. Кто хочет, да. И мне, и мне, и мне девушка говорит, это Кис. Я говорю, чего? И ты знаешь, я первый раз... И вот это, оказывается, вот этим нас пугали, что это страшный металл. Там была еще у них песня Шенди, которая вообще Абба была, просто Абба. Но это тема отдельного разговора, и этот отдельный разговор с Алексеем Поповым, я уверен, состоится. Леш, сейчас мне для тебя сюрпризик. Существует группа, чтобы ты имел представление, маленький фрагментик, группа Нановар. Послушай, как они поют о металле. Fire and steel. Zinc, uranium, titanium. Metal the wheel. Cobrum, yttrium, plutonium. Silver and gold. Cobaltum, thorium, strontium. Nano was too proud and bold. Ну, как? Просто шикарно вообще. Стронцио, Матон, Стронцио, знаешь, да, по-итальянски? Да. А вообще шикарно. Знаешь, если бы я вот это услышал, когда мне было 16 лет, я бы не понял иронии, я бы рубил жестко. Ты бы жестко рубился. Ну вот мы, соответственно, приблизились к уже завершающему произведению. Это чудовищный «Мост смерти». Вообще с таким названием. Да. Армия. «Мост», да-да-да. И мы этим на этом мосте, в общем-то, маршируем с Алексеем Поповым, который сегодня пожертвовал программой «Неделя спорта».
пришел к нам, мне ужасно, чертовски приятно. Мы 18 лет с Лешей не виделись. Он был свидетелем моего позора, когда я хрипел и сипел. Я тебя умоляю, с твоей точки зрения был позор, а с моей я рубился так. Это было, да, в клубе «Вояж» давным-давно. Нержавеющая коллекция пополнилась у нас наконец-то мановаром, пластинкой «Hell to England». Леш, скажи мне, ну, значит, есть вариант тебя пригласить с произведением Iron Maiden, да? Ты говорил, что это может быть. Давай «Металлику», может, давай «Металлику», да, «Мастер оф Паппетс». Хорошо, застолбим «Мастер оф Паппетс». Во-первых, спасибо всем. Вот у нас есть, что, знаешь, в таких программах, что приятно, что пишут люди, которые говорят, я «Металл» вообще не очень и даже и не знал, а вот теперечи буду знать. Вот это вот функция нашего уханья. Вот мы еще наухали. Сейчас же будем сворачиваться. И вот что хочется, чтобы связь времен и продолжался. Наша нержавейка. Ты вспомнил тут Распаев Селчин наш до встречи. Вот, железная. Да, все это первые, как бы, у нас были шаги на телевизионном поприще. Сейчас это все-таки радиоистория. И трое детей. А ты послушай, как вот Адам-то. Алеша, это все про мановар. Давайте помолчим. Спасибо, Лёха. Какая прелесть, Кирилл. Never stop me for what's waiting soon will show. And this